Понятно. Ну а в целом как у вас дела? Нормально. Ну, слава богу. Ночью так ничего не... заморозок был первый раз. Да? Ну, мы не замерзли. Вы там ночью, наверное, замерзаете? Не, может, в спальник. Ну, там ничего, нормально, терпимо? Да. В осенний полный. Понятно. А вот это вот, с которым ты мне со мной разговаривал, с Петушков, он пополнение, которое пришло, да, к вам? Какой? Ну, помнишь, ты сам... А? У нас все действующие тут. А? Все почти действующие. Действующие? Почти, да, все. А, ну, он изначально с вами, да, вместе? Да, да. А, я думала, что это, ты же сказала, что пополнение к вам пришло, это из контрактников. Он уже и в плену побывал. Да ладно. Да, там такая история вообще. Пошел в город, короче, за самогонкой. Свои же эти коменданты по башке долбанули ему. Вот, и в подвале закрыли, и такие матери фотографии отослали. Ну, не матери, а тёще и жене. Связали его, короче, и требовали денег. Типа, в плену. Свои же наши? Да. Ну, ДНР. Вот, а потом вышел, он действующий военный, вот жена его мне звонила. И тут мы сами тоже туда ездили, потом все выбили его через начальство, привезли. Так они это, подумали, что это этот украинский, да? Да ничего не подумали, не знали, кто он. А, все это специально было сделано, нормально. Они его начали, как узнали, что он наш, и начали его, короче, по военной полиции таскать, тут на кисть сажали. Ну, они хотели... Че? Весело, говорю, у нас. Да. Лучше бы это веселье было дома. Да.